расположение войсковой части 0-10-10 и других. А быть может, первое это номер, я неправильно говорю. Потом я убедюсь, и в названии ролика я укажу точно, какие здесь подразделения были, какие воинские части. Это близ Алтыслагерь, склады. Здесь же находятся объекты хранения с правой стороны. Вон там объекты, объекты хранения, так можно сказать. В левую сторону дорожка идет. Через дорогу там будет уже штаб. Лево магазин, вправо столовая. Много чего там еще должно было быть. И сейчас есть, ну, в таком плачевном состоянии. Это котельная, вот она. С правой стороны от котельной, в ту сторону, вот так рядом. Ну, метров 50 от силы. Здание казармы. А туда мы не пойдем. Фотографии мы этой котельной уже сделали. Материалы группы Алтыслагерь будут размещены. Мы же пойдем в объект, который вот просматривается. Тоже нечто казармы, ну да, под одной крышей пожарное депо, под одной крышей какие-то другие службы. Что-то связано с пожарниками. Вот сейчас мы сюда доберемся. Вокруг ископано свиньями. Свежие, не свежие ихние следы. Времени сейчас 4:30. А сегодня 27 июня 2019 года. Вот мы здесь с вами бродим. Сюда вот так, прямо, вот так, если взять, от этого здания, которое я обзываю, связано с противопожарными делами, и котельная, вот она здесь стоит. Между ними находится караульное помещение гауптвахта под одной крышей. А дальше еще туда, также, там находится баня. Там же и стрельбище. Мы там бывали везде. Как, впрочем, бывали мы в казарме. В казарме, в которую мы не пошли сейчас. Как бы сюда зайти нам. Вот можно представить, какие здесь. Я уже здесь кое-что расчистил, чтобы можно было зайти. Это единственный доступный подход сюда. Зашли мы. Более-менее. Видимо, тут бетонное было основание. Почему нет растительности бурной? Вот это здание, в которое мы пойдем. Помещение коего мы посмотрим. Это вход. Ботинки парадные. Ну, почти новые. Да, новые. Что нам 30 лет? Вот коридор. Будем ходить здесь по помещениям быстро. Где-то подсвечивать фонарем, если будет в этом необходимость. Налево первое помещение. Стоит стол, но не факт, что он здесь ранее был. Это на потолке были... потолок был декоративный. Он, как называется, листы, плиты или... пластик. Отходы направо. Довольно большое помещение. Быть может, спальное помещение. Дальше по коридору налево. Умывальная комната. Крана действует, пожалуйста, работает, только воды нет. Да. Если хорошо покрутить, быть может и вода появится. Дальше по коридору. На хлам внимания не обращаем. Обычно в таких заброшенных зданиях хватает хлама. Налево.
помещение одно. И сразу направо, вот от входа. Вот мы сейчас зашли, вот сюда мы сейчас зайдем. По коридору туда прямо уже будет там бокс для пожарных автомобилей. Бокс или же депо. Нечто коптерки. Я определяю, это шкафчики стоят. Состояние нормальное. Плафон еще, он, как видите. Светильные, осветительные приборы. Открывается, закрывается. Почему сохранилось? В темноте, потому что кто-то пойдет, посмотрит, темно. И не заходят, но мы-то знаем, куда идти. Кстати, тут расческа вошла, вот расческа. В руки брать не буду, поскольку фонарь в руке. Для кителей, видно, была вешалка. И ящик металлический, вот он валяется здесь. Ну, сейфом, конечно, его не назовешь. И потихонечку выходим с этой комнаты. Эта комната вот запиралась. Вот какая тут закрывашка, запоры. И эта дверь была с той стороны еще и с тыльной стороны. Вот видите, что решетка. Вот. Видно. Мощная решетка. Здесь мы были. Сразу дальше направо. Одно помещение. Это что-то, это с документацией связано, эти щиты. На фото лучше будет видно. Разворачиваемся. Видимо, нечто бытовой комнаты. Тут холодильная доска. Доска или приспособление холодильное. Мыльница еще осталась. Розетки. Еще раз налево, последняя эта комната, потом будут уже совсем другие помещения. Это я не обратил внимания. Сейчас подойдем, посмотрим, что это. Контакты какие-то. Да, что-то связано с радио, со связью. Реле, может, стояли. Вот, может, это коммутатор был. Ну, ящики. Элементы ящиков. Вот. Что-то элемент. Полочки видно. Вот ворота. А большие двое ворот. Ну, хлам. Хлам это... Уже не с тех времен. Мы оттуда с вами зашли по коридору. Последняя дверь направо. Вот мы можем выглянуть. Выглянули. Кстати, вот сюда буду заходить. Я не знал это, об этом о существовании этого входа. Пойду туда попозже. Вот вход и вид. Вон там просматривается здание, караульное помещение, гаупак под одной крышей. Хорошо, что выглянули. Здесь, видимо, рукава пожарные сушились. Может быть. Ну, кружка, понятно, кружек много. Получается, сегодня первая, правда. С той стороны фото не сделать. Совершенно. Такие заросли огромные. Или обильные. В эти двери зашли сразу. Какой-то механизм тут был. Может, тросик что-то поднимал, опускал. Да, вот что мы зашли.
Вот тут что-то были, видать, для рукавов пожарных. Нищие эти. Для кассеты. Тут фамилии. На вешалке Кобрик, Непрухин, Элисар. Элисар. Элисар, да. Матвей. Литвичук, видимо. Сахобджанов. Ихно. И все. Если мы выйдем сюда, посмотреть, вот что мы увидели. И вон там бак. Бак или чан, или емкость вот лежит. Металлическая. Да, можно было не заглядывать сюда. И дальше такие же помещения, как это. Тут, видимо, нечто перекладины. Такие же помещения небольшие. Ничего там нет. Там где-то текст один есть. Дембель. Вот такое состояние этого объекта. Вон просматривается гауптвахта и караульное помещение. Вот это емкость или чан. Это мы вышли с тыльной стороны. Где-то здесь мы раньше бывали. Где-то здесь были спортивные снаряды. Вот, кстати, вот бревно. Вот бревно. Просматривается. Вот оно. Что-то еще тут было. Конечно, мы тут ранее бывали с вами. Фотографии у нас есть, материалы группы. Не так заросшие. Вот. Элементы спортивных снарядов. Ну вот, пожалуй, и все. Попробую зайти в подвальное помещение. Если есть возможность, я зайду. Мы ходили по этому зданию с вами сегодня. Сегодня 27 июня 2019 года. Это войсковые части, расположение войсковых частей, близ Алкослагеря. Вот сюда я буду заходить. Закончу это видео. Всем всего доброго, до свидания, до новых встреч.